Анатольевич, Джамала Тимуровна и Слимен, самым ваши аплодисменты. Мы начинаем Квин-Пи-Бюк. Добрый вечер. А вас, господин Родригес, я попрошу остаться. Господин Родригес. Да, позвали. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Здравствуй, Киев. Любимый Навеки. Ты тоже уже Киевом любимый Навеки. Каждый раз, когда ты приезжаешь, радуешь разными участиями в замечательных проектах, которые вы делали. Вот. Мне безумно приятно, потому что я считаю, что если есть в этой стране люди, которые умеют делать проекты, связанные с музыкой так, как это нужно, то сегодня, друзья, вы у них в гостях. Павел Шейко, достойный вашего самого бурных аплодисментов. Спасибо, Тимур. Гонорар сразу по окончании за эту фразу удваивается. Спасибо. На самом деле, тут речь не о гонораре. Что мне нравится в Тимуре? Человек, который действительно любит настоящую музыку. Человек, который любит и... Когда я позвонил, ему сказал, Тимур, мы будем делать интервью, ты хочешь? Он мне сказал, ты с ума сошел, такое спрашивать? Конечно же, я хочу.